Всем привет! В прямом эфире шоу «Бетон». И сегодняшняя трансляция – это нечто особенное. Потому что впереди у нас закрытая шоу-кейс-вечеринка от нашумевшего лейбла «Резонанс Москва». Что это означает для вас, телезрителей? Что вы погрузитесь в утонченный саунд благодаря трем сетам от черных магов андеграундной электронной музыки. Что еще крутого? Что мы даем вам обратную связь. После каждого сета нас ждет интервью, лайв-чат с артистами. Вы можете присоединиться к этой беседе. Обязательно присылайте свои вопросы прямо в чат под этой трансляцией. Они будут услышаны и обязательно заданы. Ну что же, мне уже не терпится впуститься в ночь, отпустить себя, потому что создавать резонанс — это у нас в крови. Это шоу «Бетон», напоминаю. И здесь можно увидеть то, что ты слышишь. Следующий в лайнапе шоу «Бетон» — «Rainbows». Максим Николаев — продюсер из Нижнего Новгорода, обосновавшийся в Москве. В музыку пришел в 2008-м как вокалист пост-хардкор-группы, но вскоре увлекся электронной музыкой, дабстепом и техно. В 2015 году выпустил релиз на английском лейбле «Sounds of Sumo». В дальнейшем издавался на лейблах Skeleton Recordings, Circular Jaw, а также отечественном Full of Nothing. Музыка «Rainbows» — это гибрид жанров на стыке техно, бейс, экспериментальной клубной музыки. We'll be right back.
We'll be right back.
Your body.
Мы продолжаем в прямом эфире шоу «Бетон». Сегодня у нас очень специальная вечеринка. Это закрытая шоу-кейс-вечеринка от лейбла «Резонанс Москва». Только что для нас отыграл горячайший сет Максим Рейнбоус. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, спасибо тебе за теплые слова. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо. Слушай, в какой-то момент за тобой, за твоей спиной существенно прибавилось людей. Почувствовал, я так понимаю, что ты не мог это видеть, ты мог это только чувствовать спиной, потому что никто не заходил за пульт. Почувствовал ли ты поддержку? Да, я чувствовал спиной, когда, сначала примерно половина сета как-то так ровно прошло, довольно-таки, я играл, в принципе, еще довольно лайтово. И когда люди пришли, я даже как-то сам это ощутил. Воодушевился. Нутром, да, то есть сзади, вот я не видел, то есть я не оборачивался. Не знал вообще, как можно ли оборачиваться, то есть я впервые играю на такой студии. Вот, и как бы, я ощутил, конечно, и стал даже как-то, Я почувствовала, что ты действительно откликнулся, и прям музыка по-другому зазвучала. А просто, да, такой нестандартный формат, когда играешь в студию, когда вокруг никого нет, это немножко, необычно. То есть самому приходится в себе эту энергию вырабатывать, и вот когда люди пришли, ты все равно как-то чувствуешь, подпитываешься все время. То есть уже было похоже на вечеринку на какую-то. Ты все-таки зависим, да, получается, от этого фидбэка? Я думаю, каждый музыкант зависим. То есть, невозможно, мне кажется, просто стоять и что-то, не чувствовать, как бы. То есть, это получается концерт для себя самого, что ли, да? Кто-то считает, что на самом деле нужно творить музыку только для себя, и, остальные подстроятся временем. Естественно, первоначально ты делаешь музыку для себя, но потом уже это все-таки живое выступление, то есть даже как, взять любую рок-группу, любую вообще группу, да, которая выходит на стадион, в клуб играть концерт, они чувствуют поддержку публики, они обмениваются энергией, и у диджеев, конечно, все гораздо проще в этом плане. То есть не нужно говорить, да, не нужно там что-то еще делать лишнего. Двигаться по минимуму нужно, да, просто стоять у пульта и, собственно, вот так. То есть я сравниваю это именно с каким-то концертом. Угу. Расскажи, пожалуйста, твой первый зарубежный релиз случился в 2015 году на лейбле Sounds of Sumo. Меня просто даже пугает. Это переводится как «звуки сумо». Что же там были за звуки? Я хотел, да, на самом деле в музыке добиться этого. В общем, нет. На самом деле название такое, да, но музыка там все-таки довольно-таки лайтовая. То есть это не как лайтовая. То есть мрака какого-то там нет. Там скорее бас-музыка с британским каким-то влиянием. На тот момент очень популярный. Это британский лейбл, да? Да, это британский лейбл от ребят под названием Cry Wolf они звали. Сейчас я не знаю, последний я что-то перестал уже следить. И ничего такого там серьезного, такого сложного японского там нет, Слушай, расскажи, пожалуйста, ты же родом из Нижнего Новгорода, правильно? Да. Вот как человеку, который живет в Нижнем Новгороде, вдруг взять и вот так вот издаться где-то на зарубежном лейбле? Легко. Сейчас через интернет все довольно просто делается. Ищешь музыку, которая похожа на твою, да, которую лейблы, которые издают такую музыку, просто пишешь им на SoundCloud, и если лейбл не особо известный, если он, у многих лейблов написано там «принимаем демо по такому-то почтовому адресу», все довольно просто, ты просто отправляешь, они слушают, о, прикольно. У меня до этого, на самом деле, выходил еще один релиз, уже в России изначально, да, и я, отправлял им до этого, они сказали: вот, чувак, прикольно, только вот барабаны у тебя немножко не такие, какие мы любим, попробуй переделать, и, возможно, мы тебя возьмем. Да, окей, я им отправил уже новый трек, им понравилось, и мы сделали релиз. А что это за лейбл? То есть это было прикольно. А это нижегородский лейбл Олова. Угу. А вот можешь сказать, может быть, какими релизами это был, я так понимаю, первый зарубежный релиз, но вот чем ты сейчас на данном этапе, ты нынешний в 2018 году, больше всего гордишься? Из релизов? Да. Это два последних, наверное, релиза. Вообще все, что я выпускал в прошлом году, это вот «Апноэ» на Банк Аудио. Я иногда даже переслушиваю и думаю: блин, черт возьми, что я там натворил. Какой же я классный. Типа того. Хорош, черт. Вот, и потом выпустил сам на Бэндкэмпе своими силами релиз ремиксов на эти треки, да, там помогли ребята из Formula Unknown, из Питера, да, я сам на себя сделал ремикс. Как же без этого? Сам на себя? Да, я просто переделал трек, сделал такой эдит, по 90-м. Высшая форма нарциссизма, чтобы вы понимали, диджей. Да, типа того. Вот, и Фиски, это московский диджей с лейбла Гиперболоид. Вот. И дальше был релиз на лейбле Full of Nothing, на отечественном лейбле. Карельский. Вот.
Карельский, да, то есть там основатель Ваня Золото из Петрозаводска. Вот, собственно, мне нравилась всегда музыка, которую издавал этот лейбл. И вот Федя Моапилар, там до этого Суокас, по-моему, был. То есть, ну, классно, классная музыка. Я подумал, когда мне Ваня предложил издаться, я сказал, да, окей, супер. Вообще забавно то, что треки, которые вышли, они изначально были немного в другом варианте. И я немножко их переделал прямо перед самым релизом. Возможно, я Ваню как-то даже в неловкое чуть-чуть положение поставил. Но я просто подумал, ну, надо же, чтобы самому нравилось. Мне где-то что-то не нравилось, и я просто решил переделать, то есть... Я сделал так, как меня устраивало на тот момент. Вот. Ну, хорошо, что им это тоже все-таки понравилось. Да, в итоге. И в целом какой-то даже отклик есть, я рад. А расскажи, пожалуйста, вот наш чат интересовался, очень тепло тебя восприняли. Что ты сегодня для нас играл и импровизируешь ли ты во время сета? Ну, сегодня большую часть, конечно, я составил какой-то плейлист, да, который все-таки, ну, серьезное мероприятие, столько людей смотрят. Я, конечно, перед такими мероприятиями, как правило, готовлюсь, да, но когда место знакомое, да, когда ты знаешь публику, знаешь, что там будет, в принципе, можно не готовиться. У меня всегда на флешке куча разных плейлистов, которые разбиты по определенным настроениям, по жанрам, и, в принципе, ну, когда ты понимаешь, что ты, ну, что ждать от публики, в принципе, ты можешь даже особо не готовиться. Как называются у тебя папочки, вот, по настроениям? Ну вот у меня есть классный плейлист Dubstep House, он называется. То есть это такой трайбл. А какие-то более радикальные какие-то, не знаю. Да нет, на самом деле все просто. Я по стилям, короче, как-то разбиваю. И либо вот, когда к вечеринке готовлюсь, называю по имени вечеринки. То есть довольно просто. У меня вообще как-то все стараюсь ровно как-то обозначить, чтобы не металось. Когда один трек в другом плейлисте, я такой думаю, блин, что он делает в этом? Надо его перенести в другой. Ну что такое? Нужен орднунг, порядок и все такое. Да-да-да, порядок. А знаете почему, друзья? Потому что Максим еще и программист, плюс ко всему. Ты любишь, мне кажется, программировать. Получается, да, все, что даже свое творчество. Вот скажи, вот тебе вот эта какая-то математическая твоя жилка, вот этот порядок, он не мешает тебе в творчестве? Потому что, ну, все равно же это предполагает определенный хаос, определенную такую импровизацию и исследование. Вот интуиции. Я так скажу, да, это очень неоднозначный вопрос, потому что, когда ты к порядку приучаешься при работе в своей системе, да, в программе, в которой ты создаешь музыку, вот, и, естественно, раскладываешь все там по кирпичикам, хочешь, чтобы все выглядело красиво, да, порядок в этом помогает, но стремление к порядку в этом помогает. Но, конечно, работа, типа, основная работа 8 часов, и она такая, ну, требовательная к мозговой твоей деятельности, конечно, на... Приходится думать. Очень. Я это очень не люблю, ладно, шучу. На самом деле, приходится, ну вот, очень сильно напрягаться, и на вдохновение, конечно, это не оказывает никакого воздействия, то есть меня вдохновляют немножко другие вещи. У меня вот общение с людьми вдохновляет, там, архитектура, урбанистика, что-то такое, там, не знаю. Какая архитектура? Не знаю, я на самом деле очень плохо разбираюсь во всех направлениях, и, ну, не буду скрывать, да, хотя учился я в строительном университете, вот, но просто я обожаю гулять на самом деле и впитывать энергию города, то есть вот, наверное, так вот я скажу. А энергия каких городов тебе близка? Полюбилась ли тебе уже Москва, учитывая, что ты всего 2 года назад переехал? Я обожаю Москву, конечно, то есть здесь можно спокойно выйти даже одному и не потеряться, ну, не грустить абсолютно, то есть, ну, ходить даже по известным местам и каждый раз открывать что-то новое, я обожаю, то есть, ну, Питер, конечно, еще очень крут. Люблю и Нижний родной город, там, конечно, немножко все попроще, но там слияние двух рек, там, в общем, все вот так вот тоже там красиво. Там еще тоже довольно такая контрастная архитектура, то есть там есть еще вот такие лубочные немножко вот эти избенки какие-то, да, и в сочетании, да, там с городом новым. Осталось немножко, да-да-да. К сожалению, там как-то так происходит, что сносят сейчас, ну, зачастую вот эти вот дома старые, немножко меняя облик города, да, то есть строят новостройки, но, конечно, хотелось бы, чтобы это сохранилось. Я осмелюсь сделать предположение, что переезд был таким мягким для тебя, потому что ты не просто переехал, и все друзья остались там, и единомышленники, а ты перевез, можно сказать, кусочек родного города, всех своих единомышленников, музыкантов, лейбл «Амперсант». Да-да-да. С собой. На самом деле, ну, это, конечно, громко сказано, что я перевез с собой, на самом деле, хватит немножко, уровень нарциссизма нужно чуть-чуть подсбавить. Да-да-да. Я просто переехал первый, да, и так случилось, что через несколько месяцев переехали и мои друзья, с которыми мы делали, ну, не с которыми мы делали по отдельности вечеринки в Нижнем Новгороде, но они являлись, по сути, моими единомышленниками, мы хорошо друг друга знали, и, собственно, сначала двое человек переехало, затем еще, то есть, ну, и мы как-то поняли, что вот у нас
взгляды сходятся, и то есть как-то мы хотим что-то делать в Москве, у нас есть какое-то видение того, что мы хотим делать, у нас есть определенный, да, какое-то стилевое направление одинаковое. Вообще довольно забавно происходит, я тут недавно понял, что нам даже, ну, то есть в процессе взросления, ну, вообще в процессе жизни постоянно меняются твои музыкальные вкусы, то есть сначала тебе нравится один стиль, потом другой и так далее. И у нас даже как-то это совпадает, то есть в прошлом летом мы все очень часто и вообще очень кайфовали по техно. Сегодня, на сегодняшний день, ближе к хаосу и чему-то более такому легкому. И у всех это так происходит. То есть одновременно, в общем, я не знаю. А когда ты играл в школе в пост-хардкор-группе, тогда они тоже были с тобой единомышленниками? Нет, я тогда с ними был не знаком. Не знаю, наверное, сложилось бы все по-другому, если бы я с ними был знаком тогда, но сложилось все, как сложилось. А как ты вообще перешел с вот такого направления на электронную музыку? Я играл уже в университете, да, уже, ну, по-серьезному, ну, как по-серьезному, относительно. У меня была группа, я был вокалистом, и у нас даже был небольшой тур, да, по нескольким... А можешь поскримить немножко? Сейчас нет, я не в форме. А жаль. Я планирую вернуться. Это был бы разрыв шаблона. Да, слишком. Ну, а, кстати, есть группы, которые играют электронную музыку и при этом скримят. То есть сейчас популярное направление EBM, есть группы, которые при этом еще и там вокалист стоит голый на сцене и орет там, короче. То есть есть такое. Голый-голый? Ну, не совсем голый. Ну, ладно. Черт. Обнадежил. Я тебя, да, оборвала, ты рассказывал. Да, так. Пост-хардкор, у нас был небольшой тур, да, и как-то в какой-то момент я понял то, что хочу развиваться сам. Ну, вокруг меня просто всегда, вот в той группе, в которой играл, были музыканты просто безумного уровня. Даже, ну, я не знаю, для России. Они так владели гитарой, я не знаю, я ничем, наверное, в жизни так не владею, как они владели гитарами и другими музыкальными инструментами. Просто офигенно. И я даже в какой-то момент чувствовал, что вот я как-то легко ко всему отношусь. И, ну, в общем, решил, что нужно скилл прокачать, в общем, свой. И начал тоже там изучать все там, ноты, тональности, музыкальную теорию. Ну, то есть ты заморочился. По-моему, не все далеко продюсеры в современном мире и диджеи заморачиваются, по-моему, именно нотной грамоте. Ну, многие обходятся без этого. Да, может быть, это мое, на самом деле, стремление к порядку, да, и стремление что-то изучать и развиваться. Потому что, ну, кому-то, может быть, прикольно, да, не заморачиваться и писать просто как идет, как прет, вот просто 7-минутное настроение захват. Это тоже подход. У меня просто, наверное, он немножко был другой, и все. А вот скажи, пожалуйста, в твоей студии или в пространстве, где ты творишь, там тоже вот такой вот идеальный геометрический порядок? Или нет, как, на самом как деле, выглядит место, где ты творишь? Стол мой компьютерный, где, ну, не компьютерный, а для, где я пишу музыку, на самом деле он захламлен, там лежат провода, там лежит синтезатор, какие-то MIDI-контроллеры, ноутбук. Мне даже там зачастую очень пыльно, как бы, да, я вот не люблю вот это все, мне лениво, лень, на самом деле, бывает убираться. Но, конечно, от засилия пыли я... Вот все-таки наступает на такой момент, когда все-таки все, не могу, надо, короче, все стирать, убирать и так далее. На самом деле, вот, да, то есть там больше хаоса, чем какого-то порядка, к сожалению. Не знаю, или к счастью. Может быть, это хаоса, меня... я сначала испугался, думал, хаоса, ну, как музыки. Думаю, ну, странно, внезапно достаточно. Скажи, пожалуйста, а вот какие сейчас в Москве вечеринки, площадки, промо-группы, лейблы, которые вызывают у тебя симпатию? Ну, конечно, самый любимый, наверное, это «Минимум». Через несколько, уже получается, недель, да, будет вечеринка. А, ну, собственно, на следующей неделе. Мы там тоже играем. Играем с моим другом из Ampersand Ильей Каприти. Представляем, так сказать. Но они реально позвали представителей нескольких промо-групп, которым они питают какие-то чувства. Вот. И мы к ним тоже, конечно, питаем. Вот, «Минимум» очень круто. К сожалению, они проводят последнюю вечеринку, но для них это будет открытие чего-то нового, то есть они собираются что-то еще делать. Вот. А нравится, конечно, Roots United и то, что они делают в Санкт-Петербурге. Это безумно круто. Они возят классных артистов. Вот сейчас будет Present Perfect в июле. Мы всей компанией поедем, потому что там безумный состав. Ты там выступаешь? Нет, я там не выступаю, к сожалению, но там будет безумный состав. Очень хочется на всех посходить, посмотреть там, ну... Очень круто, обожаю. А на кого бы тебе бы особенно хотелось там попасть? Сложно выбрать. Ну вот Блавана я очень люблю, но с Блаваном мы играем на «Минимуме». То есть там удастся послушать его. Помимо этого, на Present Perfect будет лейбл Hassle Audio. И там все три человека, которые его представляют. Это Панге, Pearson Sound и Бену UFO. Конечно, их всех хочется послушать. Скажи, пожалуйста, а что тебя сейчас в данном
на данном этапе больше всего вдохновляет? Что для тебя является самым актуальным и актуальной амбицией для тебя? Хочется сделать какой-то, наверное, качественный рывок. То есть, у меня достаточно... релизов больше 5, по-моему, уже, да, то есть и хочется как-то уже на виниле, да, выпуститься, вот в этом году, кстати, он первый виниловый релиз должен быть, вот, пока не могу раскрывать подробности, вот, и, хочется, как я уже сказал, да, вот, какой-то качественный скачок, улучшить продакшн, да, то есть сделать так, чтобы треки самому очень сильно нравились, да, и сделать лайв-программу еще, тоже очень хочется. Вот твой предшественник в лайнапе, Нокоу, он тоже играет в Present Perfect. Вот у него душа, насколько я понимаю, вот болеет за вот эту русскость, да, какой-то, за русский саунд. Вот как ты считаешь, вот у тебя болит душа за это или не особо? На самом деле я как-то не очень сильно задумываюсь. Я считаю то, что музыка, наверное, сама за себя должна говорить. И... наверное, этим должны заниматься люди, которые анализируют, да, музыку. И, наверное, почему нам приходится об этом говорить? Наверное, потому что к русской музыке не очень много внимания было все время. И мы, наверное, сами стремились какой-то ореол русскости вокруг себя создать. И это, в этом ничего страшного нет. То есть таким образом мы создаем какую-то концепцию. Делаем так, чтобы это было интересно людям по всему миру. Вот. И, если честно, не задумываюсь. Хотя иногда приходят какие-то... такие мысли в голову, что вот я как-то даже интервью Никиты Забелина смотрел, и он говорит о том, что вот дислоцируется по регионам влияние, да, то есть в одном городе, в одном регионе одна примерно музыка в России, да, в другом другая, и в целом... В Нижнем другая? Вот я не знаю, как бы, очень сложно сказать, потому что рамки как бы уже, стилевые рамки, они как бы уже размыты, да, и вроде как... И пытаться это как-то систематизировать при помощи слов сложно и не нужно, возможно. И сейчас еще непонятно, как вот это все. То есть, может быть, лет через 10-15 мы поймем. То есть уже как-то сформируется какой-то пласт, мы будем сидеть, анализировать. Да, вот это типа нижегородский, там, я не знаю, какой-то техно. Круто, вот. Но в целом иногда мысли такие приходят. Вот у нас есть продюсеры Гена Лоутейп, Синхронайст Серега, вот Илья Каприти, я. И у нас в музыке, я вот недавно подумал, то, что есть какая-то, возможно, специфическая черта. Она может быть для многих музыкантов характерна, но преимущественно синтезаторная музыка. То есть мы очень любим, когда какие-то мелодические партии в треках. То есть, возможно, это как-то влияет, но я не берусь это точно утверждать. Вот. Хорошо, давай продолжим с тобой уже беседовать за жизнь за кадром, потому что уже готов следующий музыкант. Пожелай что-нибудь нашим телезрителям на прощание. Супер, сначала хочу пожелать Владимиру Дубышкину отличного сета, вот. А зрителям, конечно же, хочется пожелать оставаться собой в первую очередь, да, и жить в кайф, как поется, ладно, не будем цитировать это. Как говорил классик, жить в кайф. В общем, напоминаем, что это закрытая шоу-кейс-вечеринка лейбла «Резонанс Москва», и мы двигаемся к следующему исполнителю.